Сироп Тусикот – отличное противокашлевое средство, угнетает кашлевой центр в ЦНС. Формы выпуска сироп. МНН Амперсант Амперсант Бутамирот. ФТГ – противокашлевое средство. Описание. Прозрачный раствор от бесцветного до бледно-коричневато-желтого цвета с запахом ванили. Состав. Активное вещество – бутамирот ацетрат 1,5 мг на миллилитр. Вспомогательные вещества – сорбитол раствор некристаллизующийся, глицерин, бензойная кислота, этиловый спирт 96%, натрий гидроксид, 20% раствор, ароматизатор ванилин пик 1496, сахарин натрий, вода очищенная. Лекарственное средство содержит 0,22% этилового спирта 96%. Фармакотерапевтическая группа. Прочие противокашлевые средства. КОТ-ИТХ-R05-ДБ-13. Фармакологические свойства. Бутамирот ацетрат является противокашлевым средством. Не относится к алкалоидам опия ни химически, ни фармакологически. Считается, что он угнетает кашлевой центр в ЦНС. Точный механизм действия неизвестен. В дополнение к противокашлевому действию обнаружена тенденция к уменьшению сопротивления дыхательных путей, которая проявляется в небольшом улучшении показателей спирометрии. Бутамирот ацетрат не вызывает привыкания или зависимости. Он имеет широкий терапевтический индекс, хорошо переносится в высоких дозах и подходит для лечения кашля у детей и взрослых. Показания к применению. Симптоматическое лечение сухого кашля различного происхождения. Способ применения и дозы. Внутрь, перед едой. Тусикот сироп предназначен для взрослых и детей старше 3 лет. Дети от 3 до 6 лет, по 5 мл 3 раза в день. Дети от 6 до 12 лет, по 10 мл 3 раза в день. Дети от 12 лет и старше, по 15 мл 3 раза в день. Взрослые, по 15 мл 4 раза в день. Следует использовать дозирующий стаканчик. Вымыть и высушить дозирующий стаканчик после каждого использования. При сохранении кашля более 7 дней следует обратиться к врачу. Побочные действия. При применении препарата возможны проявления следующих побочных эффектов: со стороны нервной системы, нечасто, от 0,1 до 1%, сонливость, головокружение. Со стороны желудочно-кишечного тракта, нечасто, от 0,1 до 1%, тошнота, диарея. Со стороны кожи и подкожной клетчатки, редко, от 0,1 до 0,1%, сыпь, крапивница. В случае возникновения или усугубления любого побочного эффекта, независимо от того, описан он в этом разделе или нет, следует немедленно обратиться к врачу. Противопоказания: повышенная чувствительность к бутамироту или к любому из вспомогательных компонентов, детский возраст до 3 лет. Передозировка. Симптомы: сонливость, головокружение, тошнота, рвота, диарея, снижение артериального давления. Лечение: промывание желудка, прием активированного угля, при необходимости поддержание жизненно важных функций организма. Специфический антидот неизвестен. Взаимодействие с другими лекарственными средствами. Какие-либо лекарственные взаимодействия бутамирота не описаны. Однако с учетом предполагаемого механизма действия препарата нельзя исключить возможное усиление действия лекарственных средств, угнетающих ЦНС, в том числе этанол-содержащих средств. Следует избегать одновременного применения с отхаркивающими и муколитическими средствами, а также с лекарственными средствами, содержащими этиловый спирт. Меры предосторожности. В связи с угнетением кашлевого рефлекса следует избегать одновременного применения тусикот с отхаркивающими средствами во избежание застоя слизи в дыхательных путях, что повышает риск развития бронхоспазма и инфекции дыхательных путей. Сироп содержит в качестве подсластителей сахарин и сорбитол, поэтому может назначаться пациентам с сахарным диабетом. В связи с наличием в составе сиропа сорбитола тусикот не следует принимать пациентам с наследственными нарушениями, связанными с непереносимостью фруктозы. Если кашель сохраняется в течение более 7 дней, необходимо обратиться к врачу. Если во время приема лекарственного средства симптомы сохраняются или в случае ухудшения состояния, следует незамедлительно проконсультироваться с врачом. В связи с наличием в составе препарата этилового спирта 96%, 12,5 мг/5 мг, с осторожностью применять у детей, пациентов с заболеваниями печени, эпилепсии, черепно-мозговой травмы и другими заболеваниями головного мозга. Применение у детей. Препарат не назначается детям до 3 лет. Беременность и кормление грудью. Исследования безопасности применения бутамирота в период беременности у женщин не проводились. Данные о проникновении бутамирота в грудное молоко отсутствуют. В связи с этим применение тусикот во время беременности и период кормления грудью не рекомендуется. Влияние на способность управления транспортными средствами и другими сложными механизмами. Лекарственное средство содержит небольшое количество этанола. При управлении транспортными средствами и другими сложными механизмами следует соблюдать осторожность, поскольку прием лекарственного средства тусикот может вызвать сонливость и головокружение и оказать негативное влияние на выполнение работ, требующих концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций. Упаковка. Флаконы пластмассовые из полиэтилентерефталата по 100 мл и 150 мл, укупоренные колпачками полимерными винтовыми. Каждый флакон вместе со стаканчиком дозирующим и листком вкладышем помещают в пачку из картона. Условия хранения. Хранить при температуре не выше 25 градусов Цельсия. Хранить в недоступном для детей месте. Срок годности 2 года. Срок годности указан на упаковке. Не использовать после истечения срока годности, указанного на упаковке.
Срок хранения после вскрытия флакона 6 месяцев. Купить сироп Тусикот можно в аптеках своего города. Условия отпуска из аптек без рецепта.